я тут у вас на кровати сидел, помял я. Там чашки брал ваши, кофе, правда, не пил. Ты что здесь делаешь? Так я уже сказал. Что ты делаешь в моей квартире? В вашей? А я думал, квартира съемная. А не будет бестактно спросить, что здесь делала моя жена? Какая жена? Помилуйте, мы же вместе с вами ходили смотреть полянку, где Рита лежала мертвая. Я не знаю никакой жены. Да что вы, я занимаюсь математикой 20 лет, а вы хотите мне сказать, что я ошибся? Я вычислил эту квартиру, взял распечатку ее звонков и тупо вычислил. И по чудесному совпадению ключ подошел, а там на подоконнике ее расческа валяется. Так вы не знали моей жены? Вы трахали ее, не знакомились? Что вы чувствовали, когда смотрели на ее мертвое тело, а? Андрей Бориславич, вы же не могли не узнать ее волосы, юбку, туфли. Почему не сказали, что были с ней знакомы? Правильно. Шаги. Два на вдох, два на выдох. Четыре на четыре тоже можно. Новенький? Я здесь всегда по субботам бегаю. По этой дорожке. Да? А что же я тебя раньше не видела? Ты, должно быть, из дикого леса, дикая тварь. Пошла отсюда. Что? Пошла отсюда бегом. Ты рылась в моих вещах? Сталкер валялся внизу, а теперь лежит сверху. Что ты искала? Что ты хотела найти? Палец! Язык отрезан! Ну а чего, валяется себе такой среди дисков. Смотри на меня. Выбора не оставляешь.
Что вас привело ко мне? Падение с высоты собственного роста, особенно когда с ускорением, из-за удара. Разрывы и кровоизлияние во внутренние органы, например, мозг. Владимир Алексеевич, ваша жена умерла в результате инсульта, тут говорить не о чем. Я знаю, уголовное дело возбуждено, но как эксперт не вижу в этом никакой необходимости. А второй микроинсульт? Вы же обнаружили следы второго микроинсульта. Так бывает при падении с высоты, возникает зона противоудара, да? Вы не понимаете, о чем вы говорите. А если ее ударили очень сильно, а потом, когда нашли тело, то невозможно было сказать точно, были ли внешние повреждения. Я еще раз вам повторяю, вы не понимаете, о чем вы говорите. Вы не специалист. А у вас есть дети? Это при чем? Вы можете поклясться жизнью детей, что картину, которую я описал, быть не может? Вы задумались сейчас? Вы сейчас задумались, но ведь ни за что не признаетесь в ошибке. Пап, каких мы будем жевательных червяков? Ну, а каких червяков ты хочешь? Чего? Жевательных червяков. Хорошо. Клубничные червяки просто приедут. Андрей. А есть еще такие с глазками. Андрей Бориславович. Оксана, Митька, приезжайте домой без меня. Андрюш, мы же хотели пиццу поесть. Закажи домой, я скоро буду. Простите. Гражданин Комутов Константин? Да, а в чем дело? Она и домой звонила тем же самым манером. Ответный визит. Пустишь? Да, я знаю, где вы живете. Провожал ее несколько раз. До подъезда. Обувь снимать? Ну что, поговорим по-мужски. Да, мы с Ритой, твоей женой, были вместе. Сейчас можешь дать мне в морду, имеешь полное право. Я чуть не сдох, когда увидел ее тело. Конечно, я сразу узнал ее. Одежду и туфли. И волосы. Но я бывший опер. И знаю, чем заканчиваются такие признания. Ребята, блин, это моя любовница. Неделю тому назад в этой же самой одежде она приходила ко мне, а сейчас, по счастливому стечению обстоятельств, лежит в 300 метрах от моего дома. Знаешь, она никогда не говорила о тебе плохо. Если хочешь что-то спросить, спрашивай. Мы познакомились 3 месяца тому назад в магазине. Случайно. Нет у тебя вопросов. Тогда я спрошу. Можно? Там, на квартире, ты назвал меня Андрей Бориславович. Откуда ты знал мое отчество? На бейджике не написано. В протоколе написано. В присутствии понятого. Там написано Андрей Борисович. Мне просто было лень исправлять. Там написано Андрей Борисович Троянов. Но ты откуда-то знал мое настоящее отчество. Значит, дети в спортзале кричали. Уверен. Нельзя вот так с помощью математики взять и вычислить адрес. А знать заранее его можно.
Значит, у твоей жены есть любовник. Тоже можно следить за ней или за ним. Можно. А потом ее убить, а его подставить. Ты хочешь меня подставить, Володя? Запомни сейчас эту минуту, ладно? Я любил Риту. Если ее убили, поверь, я умею наказывать. Не сомневаюсь. Только вам теперь будет трудно. Обычно ментов покрывает стая, а вы ведь ушли из органов. А ты за меня не переживай. Ты о себе подумай. Да, я хотел бы поговорить об организации похорон. Если можно, минут через 20. Так никого не нашли? Нет. Но это ведь судьба, что ее понесло в этот парк. Понесло? Простите, я не так выразился. Говорите о моей жене. Я не хотел оскорбить ее память. Не смейте марать ее имя. Глагол «понесло» употребляйте в отношении своей жены или матери. Владимир Алексеевич, я не специально. У меня вырвалось так. Ну, получилось. Пересяду? Да, вы, Осотников, умеете действовать на нервы. А вы кто? Бывший работник органов. Ну, если вас устраивает такое объяснение. Наш друг В. Осотников сказал, вы, ребята, бывшими не бываете. По 50 грамм или... За рулем? Вроде того. Он спесивый, понимаешь, спесивый. Да, начальник, да, в каких-то ученых степенях. Я жену его видел. Единственный раз. Эти люди вообще ни на какие корпоративы не ходили. Им как будто это было за низко. Как будто они свидетели Иеговы или еще какая-то сектантская хрень. Почему? А я однажды видел, как он... жене белье покупал. В галерею после работы зашел. Усики. Пару колготок. О! А я думаю, может быть, своей девушке тоже сюрприз прикупить. Приходите, у нас новые коллекции. И? Слушай сюда. Спускаюсь на первый этаж. И за стеклом уже другой сетевой хрени вижу, как наш дорогой В.А. тащит к кассе какие-то майки. Причем майка такая светлая, невзрачная, никакая. Ну, как тебе объяснить? Я могу жене купить, допустим, пеньюар или бюстгальтер какой-нибудь тюнингованный. Но я не буду одевать ее с ног до головы. Я не буду ей покупать трусы и майки, как будто мне ее в гроб укладывать, а не в чем. Какая, говоришь, майка? Ты обычная, без рукавов, светлая. Тетки под пиджак носят. Когда это было? Дня за два, ну, до того, как она пропала. Прости, это не помню случайно, он наличными расплачивался? Да. Мои соболезнования. Спасибо.
С ключами разобрались? С какими ключами? А, да. Это были ключи соседки. Правда? Оля, ставьте в покое меня и мою жену. Не надо этих формальных телодвижений. Почему же формальных? Потому что это теперь не ваше ментовское дело. Я понятно сформулировал. Хорошо быть давцом. Сюда есть кому утешить. Точно не будешь? Не, мне сейчас нельзя. А, я тоже как-то месяца на три завязывал. Хотя давай. Ну, вы, а поехали. Барышня! Барышня! Вам записочку передали. А кто передал? Что-то еще? Я получила записку от свидетеля. Простите, свидетель? Который сообщает о фактах, и мне бы хотелось получить объяснение. Я слушаю вас внимательно. Правда, что за день до гибели Маргариты вы покупали белье и майку, в которых потом ее нашли? Правда, что в магазине вы расплачивались наличными, чтобы нельзя было отследить покупку по карте? И почему при опознании вещей вы изображали сомнения, а майку не опознали вовсе? Как же так, если вы ее лично покупали? Или это был актерский этюд? Оля, я расплатился наличными, потому что хотел расплатиться наличными. И даже если бы я купил саван, тесак и гроб, это не преступление. И оставьте меня, пожалуйста, в покое в день похорон моей жены. А где была ваша жена в тот момент, когда вы покупали ей белье и майку? Что же вам майка покоя-то не дает? Оля! Я искренне желаю, чтобы вам в этой жизни тоже покупали трусы, майки, сироп от кашля. Поверьте, это намного важнее, чем цветы и презервативы. А моя жена ждала меня в ресторане. В каком? Легато. Смотри, что у тебя током не убило. Маш, ты хоть одну розетку в жизни отремонтировала? Можно я тогда сам разберусь? Просто если нет заземления, то... Господи! Я говорила! Что ты говорила? Почему все лучше меня все знают? Больно тебе? Не в заземлении дело. Я просто так ляпнула. Если бы заземления не было, я бы уже лежал в белых тапочках. Руку покажи. Все нормально с рукой.
мультик «Тимон и Пумба». А если здесь нет заземления? Ты хоть одну розетку в жизни сделала? Человек ляпает какую-то хрень. По идиотскому совпадению оказывается прав. Добрый день, вас ожидают? Нет, я совершенно свободен. Курящий или не курящий зал? Комната охраны, там, где наблюдение. Прошу. Они были в этом ресторане. За день до ее смерти. И не только. Их там помнят, даже вспоминают. Они всегда оставляют на чай. Смотрите, до всех и крадок страды. А так ли они любили друг друга? Архивная запись от 4 марта. Получите удовольствие. России запретят курить, можно будет выходить, смотреть, как собаки кушают. Или коты. Видел, как коты мясо жрут? Бошку так на бок свернет и чавкает, как будто она волк. У меня девушка на кошку похожа. Тоже чавкает? Или вся волосатая? Да я понимаю, о чем ты говоришь. Есть такие кошары. Кошары. Как наши типы убиенные. И вот они с нами, мужиками, делают. А что хотят, то и делают. Алло, Наташа, привет. Да все нормально, потом поговорим. Скажи, где взять специалиста для чтения по губам? Ну что, ба, похоже, что я иду тебя убивать. Ну ты не расстраивайся. Умереть от руки внука – так прекрасно. Здравствуйте. А можно два мороженых? О. Ну? Ты уже поняла мой замысел? Я тебя сначала мороженым накормлю, а потом убью.
Помнишь ты меня? Маленького. В кафе мороженое водила. Теремок. Помнишь? А это помнишь? А, мы с пацанами играли, и меня толкнули. А ты увидала и выскочила меня спасать. А? Со сковородкой. А кто-то из пацанов такой увидал, говорит, смотрите, офигеть. Кафельников. Первая ракетка. Моя первая ракетка во дворе. Да. Но если вы так страстно хотите меня видеть. Владимир Алексеевич, сейчас вам будет предъявлено два фрагмента видеозаписи, сделанных в ресторане «Легато» 4 марта этого года. Запись велась синхронно и сопровождается линейным тайм-кодом. На основании этого нашими специалистами по чтению с губ сделана расшифровка разговора, печатная версия которого также будет вам предъявлена. Расшифровка содержит пробелы и пропуски, связанные с невозможностью увидеть артикуляцию. Также вы можете воспользоваться постановочной аудиозаписью, сделанную с помощью мужского и женского голосов и синхронизированную с видео. Воспользоваться для чего? Чтобы дать объяснение. Два с половиной часа. Беседа с руководством. Ключ. Кабинета. Сначала. Я очень тебя люблю. Это что? Это то, что ты думаешь. С избытком. Что мы решили? Прощение. Володя мертвый. Я должен знать, что ты сделала. Не смей меня осуждать. Убить. Не смей меня осуждать, слышишь? Ну и что вас так напугало? Ваш вопрос, что ты сделала, а также слова «мертвый», «убить», в свете того, что вашу жену действительно убили. Эксперт изменился во мнении. Владимир Алексеевич, вы не могли бы объяснить происходящее на экране? Вы сказали «убили». Ваш эксперт изменил свое мнение, да? Официальную точку зрения я изложил в заключении. Что ты хочешь услышать? Вот меня сейчас напрягает это слово. Официальную. Что мне сделать? Поклясться бессмертной душой? Например.
Оль, спроси у своего Сотникова, что такое теория вероятности. На чем, вот, к примеру, основан тест ДНК? На том, что крайне низкая вероятность. Один к скольким там миллиардам, что у двух одновременно живущих, не являющихся близнецами людей, совпадет генетический код. Крайне низка, но она есть. Понимаешь? Я не бог, Оля, и ты не бог. Никто из смертных не может быть уверен ни в ком, ни в чем на 100%. Готовы поговорить? Да. Что сказал эксперт? Прошу вас. Я тоже должен разыграть диалог в лицах, да? Как вам удобнее. Два часа личной беседы с руководством. Ключ от кабинета. Это я хвастаюсь. Я тебя люблю, но это не надо пояснять, да? Дальше. Это то, что ты думаешь. Это что? Подарок запонки. Я не очень обрадовался. Жена сказала, устала видеть мою физиономию такой мертвой. Не смей меня осуждать. Это из-за запонок? В чем вы меня подозреваете? В том, что вы лжете. Хотите правду? Она сделала аборт и вернула мне кольцо, которое я ей подарил, когда узнала о беременности. Что ты сделала? Не смей осуждать меня. У нас уже был ребенок. Девочка. Она умерла. Жена сказала, что в этой жизни страдала уже с избытком и не хочет увидеть еще одного ребенка, еще одну девочку мертвой. Она произнесла слово «убить». Только Бог решает, когда сдать ребенка. А когда убить?
Алло, Оксан. Тут в гимназии репетиция. Опять до полночи. Я сегодня домой не приду. Митьку поцелуй перед сном. Один будете пить? Компания. Простите. Извините, вы простите меня, я не хотел вас обидеть, просто подумал, что вы подруга жены, которую я не знаю. Я не знаю вашей жены. А почему спросили? Просто мне тоже бывает плохо. Так что жить не хочется. Хотите поехать со мной? Да. Тогда надо что-то купить. Виноград. Еще одно слово, я уйду. А, понятно. Вы дорогая и сложная женщина. Поедемте. Пожалуйста. Только я коньяк не купил. Ваша жена была очень красивой. Я даже не представляла себе. Знаете, что такое теорема Гёделя? Логическая полнота или неполнота системы аксиом не может быть доказана в рамках этой системы. А если по-простому, пока ты внутри события, ты можешь абсолютно не понимать, что происходит на самом деле. Спасибо за чай. У нее был другой человек, у моей жены, оказывается, был другой человек. Подходить незаметно. Что случилось? Ты прячешься, не отвечаешь на телефонные звонки. Я же тебе говорила, должен приехать Сотников. Приехал? Да. Боишься его? Нет. Тогда что? Все же было хорошо. Мы больше не увидимся. Понятно. Андрей! Дай мне время. Я тебе позвоню. Время пошло. Сегодня у нас март.
он каждую субботу занимается. Вообще-то он хороший мальчишка. Он школу закончил на 4-5, книжки читает. Сейчас работает. Он людей не очень любит. Не любит людей, совсем не любит людей. Не любит. Он же каждую субботу занимается, он должен был видеть убитую женщину. Он должен был ее увидеть. Он должен был ее видеть. О чем он сам говорит? Он должен был увидеть убитую женщину. Лена Андреевна, чего вас конкретно волнует, а? Вы у него таблетки какие-то, наверное, нашли, да? Дробарёвым. Михай Стропарёв. 12 убитых женщин. Сидит в Соликамске пожизненно. Это мой сын.